Доброе утро. Утро у нас не самое доброе. Давай, запихивайся. В общем, утро у нас сегодня не очень доброе. Немножко поплакали. Все, ладно, не снимаем. Поплакали немножко. Ой, зайчик, ладно. Зайчика поснимаем. Утро, зайчики. В общем, едем к автобусу. Ничего утром не снимала. Катя молодец, машет. Что-то как-то так все сумбурно. Вчера приехали уже совсем поздно. И ланчбоксы уже собрали, уже практически там совсем уже было поздно. И сегодня утром уже просто поднялись со слезами, конечно же. Поехали в школу. Держимся за руки теперь. Мам, а? Я хочу еще подарить. Вот, видишь? Отлично. Давай только маленький. А почему, что каждый день будем дарить подарки? Ну, не каждый день в школу. Ну, не за каждый день. А какой ты хочешь? Вов. Не, ну маленький, только маленький. Ну, каждый день маленький будет. Нет, подарки. Мы давай еще один, а потом только каждую неделю будем давай вот так делать. Вов, ну это уж совсем. Ну, пока. Нет, надо. Давайте без подарков. Школа ходит не за подарки. Подожди, ну давай мы просто... А что ты хочешь, маленький подарок? Ладно, папа может. Давай. У тебя фантазии уже не хватает. Да вот все именно, есть. Все, Вов, я сегодня с утра его уговариваю, говорю, давай я тебе вот это куплю. И у меня это есть. Я говорю, а вот это вот. И это у меня уже есть. Вот именно, да. Вов, заканчивай уже эту дурацкую практику. Вот и ответ. Мыльные пузыри. Да. Слайм, давайте слайм. О, слайм. Слайм, да. Да, давайте. Хорошо, слайм. Слайм. А я хотела куколу, который шарик. Катя шарик хочет куколу. Я ну, папа куколу, все разоришься. Блин, шарик. Вот сам главное обещает, я причем даже не слышала это утром. Нет, я подарки, просто спросил. За что подарки-то? Ну не день рождения, первый день школы был окей, а второй это какого фига вообще день? Уже народу сколько идет. В общем, ладно, все слайм и все. Слайм. И все. Да? Она его знает наизусть. Она его не забыла. Не помнит. Наизусть знает. Ты что, вчера вводила? Или не вводила, не знаю. Кать, какой твой номер, помнишь? Она его наизусть знает. Показывай-ка. Вставай, вставай за Катей. Вставай за Катей. Беги, беги скорее. Все, теперь за Катей или за девочкой? Иди, иди. Ну да. Проводили. Не знаю, плакал, нет? Нет, там не плакал. Нет. Там не плакал. Салфетками обложила я его в каждый карман. Все вводили ID. Ему нужно обязательно вводить ID, потому что девочка даже маленькая, после которой прям совсем маленькая. Я даже не подхожу к автобусу, он просто вцепится, боюсь, в меня, и он не зайдет. У нее браслет на руке остался желтый со вчерашнего дня, видимо. А, не, я отрезала. Ну, понятно, видимо, они снимают, потом делают. Так, друзья, мы дома. Поставила овощи и яйца варить на селедку под шубой. И сейчас еще буду делать, вот я даже в холодильник не складывала вчера, сейчас хочу сделать перцы. В общем, салат, который я уже показывала, как мы делаем. С баклажанами, с перцами, с зеленью. Сейчас еще зелень всю нарежу. С чесночком, со специями. В общем, сейчас сделаем. У меня такие гигантские баклажаны. Я их сейчас, наверное, первыми запеку. Потом уже перцы. Так, друзья, вот так вот у меня получилось баклажаны. Нарезала вот на такие вот четвертинки. Сначала на половинки нарезала, но потом решила, что на четвертинки надо резать. Так, чуть-чуточку солим все это дело. И... чуть-чуть брызгаем вот таким вот маслом спрей. Это авокадо. Масло авокадо. И все, и запекаем. И все, и в духовочку. Так, я нарезала уже всю зелень, кинза и лук. Все у меня вошло в такие контейнеры. У меня по 4 венечка было. Кто смотрел закупку, вот в принципе все вошло.
Смотрите, как у меня спят животные. Масик вон там. Все. Все ушли, никого нет. Спатенький, да, Жорик? Ой, жизнь в кайф, Жорик, да. В кайф. Кайф, кайф. Он в окошечко смотрит еще постоянно. Чему котик, у меня просто руки мокрые. Чему котик? Так, баклажан у меня еще не готовый. Так, чуть-чуть только подрумянились. Овощи убавила, закипели сильно. Сейчас, в общем, заново закипят уже. Я пока порежу перчики. Почищу, порежу. Так, у меня готовые яйца. Я их остужаю. Разбиваю, как всегда, чтобы они легко чистились. Так, перчики нарезала. Картошку вытащила. Сейчас чуть-чуть доварится еще свекла с морковкой. И, в принципе, все. Сейчас я пока нарежу селедку. У меня вот такая селедка. Привыкли к ней уже. И даже она кажется нам вкуснее, чем та, к которой мы привыкли. Вот здесь вот продается в костках селедка в винном соусе, и она немножко такая сладковатая. Реально привыкли или просто начала нравиться, не знаю. В общем, вот так она выглядит внутри с луком, в рассоле. Я сейчас лук убираю, а вот это все я сейчас нарежу, вот эти вот кусочки мелкими кубиками. И оставлю, буду ждать, когда все сварится. Так, ну что, ребята, у меня готовы уже баклажанчики, там у меня жарятся перчики. У меня уже готова селедка под шубой. Я очень много раз показывала, как я ее делаю, поэтому без особых подробностей. У меня жарятся булочки. Сейчас пойдем с Вовой уже кушать. У нас это, можно сказать, завтрак. Так, накладываю, разделила на вот такие вот прямоугольнички. Конечно, он еще не настоялся, он еще будет разваливаться, но я, вы знаете, я вот люблю именно вот такую селедку под шубой, которая еще не стоит кирпичиком таким пропитанная, а вот когда она еще разваливается, знаете, такая прям вот нежная-нежная какая-то, не слежавшаяся. Это пока закрываем. Вот так вот она выглядит. Такая вот еще нежненькая вся. Так, нужно сюда еще томатный сок. У меня готовы булочки. Так, пошли мы кушать. Приятного нам аппетита. Перчики еще не готовы. Сейчас, когда уже все приготовится, я уже нарежу салатик и покажу. И сегодня еще хочу сделать девчонкам цезарь. Салат цезарь. Так, я нарезаю уже овощи. Это я нарезала баклажаны. Я их предварительно почистила. Это выброшу. И сейчас уже буду доставать перчики. Так, друзья, перчики готовы. Вот такие вот они сейчас. Я их тоже все начищу от шкурочки. И вот совсем немножко получается перчиков, когда они запекаются. Так, салат у меня почти уже готов. Здесь перец и баклажаны. Сейчас еще обдам кипятком. Три самые такие, никакие помидорки достала. Сейчас обдам кипятком и просто так же почищу. Добавлю еще лук, кто на кинза, чеснок, соль и перчик. И чуть-чуть вот такого оливкового масла. Чуть-чуть. Вот такая вот, друзья, получилась красота. Надеюсь, видно. В общем, все. Что получилось, я то, что не съедим, положу в контейнер и уберу в холодильник. Так вообще очень вкусно вот такой салат кушать, например, на корочке хлеба, например, запечь какой-то кусочек хлеба или батон, или брускетку такую с багетика запечь там вот в такой печке, там, я не знаю, в духовке, просто обжарить как греночку и сверху так намазать этот салатик. Будет обалденно вкусно просто. Вот такая вот красота. И самое главное, вкуснота получилась. Приятного аппетита. Я тут имя кто написал? Ребят, Лиза тут любовные записки оставляет под дворником. И в школе, но сейчас уже не школьники оставляют. Да, любовь, да, случилась, видите. Каждый раз, когда ты приходишь... В общем, мне сказать, сложно сказать, как сложно ты, как ты прекрасна. Держи, спасибо, прекрасная моя. Лиза на мойку ездила, машину мыла. Мы Лизуху отправляем машину мыть. Жоржик. У нас какая-то там ерунда с автобусами произошла. Что случилось? Что тебе Маша сказала? Мне она сказала, что молния... Точно, ты же не разговаривала. В общем, молния, их там загоняют под навес, их не пускают в автобус. В итоге какая-то ерунда, автобус уехал. В общем, либо наши прошляпили, а их там четверо.
Маша, Лёва и Влада с Аксиньей. И вот они все стоят, в общем. Тетя Олеся поехала за ними. Сейчас она их заберет. И у нас дело в том, что еще старшие школы и младшие, у них разница в автобусах, там 45 минут всего. И, в общем, сейчас Олеся поехала туда, Олеся еще забирает с младшей школы, так же, как и нам, Валеру. И, в общем, хорошо, что, в общем, мы здесь не одни живем, потому что вот так вот один поехал в одну школу, да, вот мы сейчас поедем малышей забирать, и Валеру, если что, заберем, если Олеся не успеет. Почему не успеет? Потому что можно в этой очереди с машинами простоять просто немерено времени. Поэтому автобус, конечно, это самое лучшее. Автобусы всегда в приоритете, они всегда едут первые. Всегда, в общем, все останавливается, движение, едут автобусы. Это всегда очень важно. Еще, друзья, хотела вам показать. Не папа ты наш. Коврики. Коврики, смотрите. Дверь открывается. Вот что я хотела показать. Видите, вот так вот. Раз. Открывается и закрывается, прикиньте. Они действительно не такие толстые. У нас вот те были вот такие вот толстые, и никак не открывалась дверь. Я заказала максимально тонкие, вообще, ну, толщины полотенца, наверное. И вот эти вот тоже подошли, прикиньте, как классно. Единственное, мне вообще не нравится этот цвет. В общем, если в Костко появятся такие же коврики другого цвета, ну, я бы хотела вот такого цвета, у нас такие были когда-то. Вот если будет такой цвет, то вот этого мы девчонкам отдадим, у них тоже их старые надо выкинуть. У них это, как она, шторка, вот примерно вот такого цвета в ванне, поэтому им прям самый раз прям зайдет. А нам сюда другие, поэтому классные вообще. Так, я выезжаю за малышней, Вова остался дома, Вова заболел. В общем, все, я выезжаю. Сейчас через 15 минут они подъедут, я пораньше. Потому что я вся просто в соплях. И, в общем, утренние сопли Лаврика на мне размазаны. Я надеюсь, завтра пройдет без соплей, без слез. Потому что, блин, опять такое утро было слезоточивое. Просто кошмар какой-то. Ну, в общем, ну, по крайней мере, я уже не плачу. Но он сел в автобус, просто не плакал, поэтому я спокойна. Вот, в общем, еду. Олеся застряла в очереди в старшую школу. Это, конечно, вот если забирать на машине и отвозить, это очень много времени занимает. Очереди очень длинные и довольно медленно двигаются. Хотя возле школы все довольно быстро происходит. Но вот если вот забирать... Это можно долго простоять. А если еще следующая школа, то вот видите, вот так вот. В общем, Олеся забирает старших, я забираю младших. Сейчас заберем и Валеру тоже. Но если она не успеет. Но она, скорее всего, не успеет. Хотя там они уже ждут, уже сколько они стоят там под навесом. Из-за молнии их, в общем, не пускали в автобус и загнали их под козырек, под навес. И они там стоят. И что случилось дальше, я не знаю. В общем, что-то пошло не так. А Вова еще остался дома, говорит, Лена, говорит, если Валера, говорит, зайдет к нам собаку спрятать. Собаку, в общем, надо срочно будет убирать, она же у нас сумасшедшая. Поэтому если, говорит, что, говорит, ты мне только позвони, говорит, за минуту хотя бы, я, говорит, ее уберу, чтобы зашли спокойно. Приехали. По-моему, Олеся успела, она, по-моему, привезла уже Машу, они уже дома. Она мимо проехала. Так, ну что там, мои ученики? Идиот. Самый почти первый. А Лаврик еле-еле вводит. Сейчас напишем ему номер. Иди, мой ученик. Ты мой хороший, привет! Привет, мой зайчик! Сейчас Катя выйдет, иди сюда, иди сюда. Иди ко мне, иди сюда. Валера, иди сюда, иди сюда. Катя. Стой. Я снимал. Снял? Катюха наша, идет. Все, Маша, стой, лавр, стой. Привет, мой зайчик, привет. Все, пойдем, Валера, пойдемте, пойдемте. Все, Олеся успела, Валеру забрала. А Катюш купим, папа заболел, мы не ездили просто. Все хорошо, забрала она. Мама, уже мы всех забрали, все, отъезжаем. Мама, мы купим.
Да, мы съездим, сами купим. Я хотел куколу шарить. Хорошо, съездим. А я хочу. Попозже, ладно, чуть-чуть? Съездим, съездим. У меня сейчас нету ни карточек, ничего с собой. Ау. Я хочу слайм. Не хочешь слайм? Ну, пойдемте сейчас пока домой, скупаемся, покушаем. О, еще и новую куколку. Вы старые еще не постарели еще. А, я хочу даже новую. Так, ну все, домой. Теплая встреча, милых. Всех облизала. Все, давайте в душ. И носки сразу. Весь облеплен. И бумажками, и браслетами, и с номером, и фамилией, и именем. И рюкзак, ну-ка возьми рюкзак. Кто поднесет? Папа заболел, да. Поднимайся. Мы съездим попозже, сейчас. Я уже более-менее нормально, я там поеду с вами сейчас. Искупаю. Молоденько, встречай. Все хорошо. Ты посмотри, весь облепленный. Как у тебя дела? Сегодня хоть нормально. Он расстроился, что мы подарок, папа опять подарок пообещал с утра. Ой, совершенство мое. Папа опять подарок пообещал, а мы не поехали за подарком. Сейчас искупаю, покормлю, съездим. Они хотят еще сами выбрать. Папик, я тебе... О, Лёва, я разглядываю фотографии. В общем, вон Лаврик сидит, кушает. А, это они кушают так на полу. Видите, ланчбоксы разложены. Нет? А, нет, это не кушают нет, они. Не кушают, это они что-то делают. Это он без Кати? У них половая жизнь регулярно. Они постоянно он что-то там делают на полу. И кушают, и играют. А это за браслетик? Можешь сказать, что тебе? Автобус. Что, у Кати нет такого браслетика? Ну, Катя уже постарше, это мелким. Надо снять. Надо, сейчас я ему сделаю. Ну, снять, завтра одеть. Ну, чтобы, да, чтобы не потерялись эти мелкие. Они ж как горох рассыпаются. А это... В общем, фотографии новые прислали. Сидит довольный, машет там что-то в камеру. Где Катя-то у нас? Да вырос, все, не нужно. Все, да, вот так вот, Лиза, так быстро это и происходит. Ходит ручной, а потом все, не трогайте меня. Смотреть можно, трогать нельзя. Где? Вот она, моя звезда. Пузыри. Катюш, пойдем, надо искупаться. Пойдем, уставшие. Я всегда купаюсь сразу же после школы. И со старшими так делала. У них сразу, знаете, как усталость вся смывается с них. Дети превращаются в нормальных людей после душа. Ты ее переверни вот так, закрой и вот так вот потряси. Саму потряси, да, вот так вот ее потряси просто. Потряси. Вот. И попробуй теперь дуть. Открывай. Да, открывай и дуй. Давай, Катюш, чуть-чуть и побежали скорее в душ, ладно? А как, гуляешь на площадке? Ты гуляла на площадке, Лиза спрашивает? Да, я гуляла на футболе. На футбольном поле они гуляют. На площадке киндергартен гуляет. Во. Катюш, давай еще два раза и заходи. То есть нельзя гулять? На площадке киндергартена гуляют. У них отдельная площадка. Это ж как ясли, господи. А первый класс? Первый класс на футбольном поле гуляют. Что они там на футбольном? Ну, видимо, какие-то свои развлечения есть. Где у меня Лаврик? Я беру это. О, Лавруша. Ищу Лавруша. Он тут уже раздетый, голышом. Разложил тут Бэтменов. А это что? Это новый, да? А, я первый раз его вижу без упаковки. А это что такие за штуки? Зачем эти? Это старый, это Левкин Бэтмен. Это твои доллс, куда ж без них-то. Без красивых девочек никуда, да, Лавруш? Угу. Ладно, сейчас Маша выходит из души и пойдем купаться. Так, разбираю все ланчбоксы, чтобы их постирать. Просто в посудомойку бросаю. Это Левин получается. Это малышей. Очень удобно стирается и удобно собирается потом обратно. Сейчас постираю, потом заново загружу. Так, все, ребята, спасибо папе. Выезжаем за игрушками. Да, да. Молодец. Все, пойдемте. Пойдемте, у нас, блин, дождь сейчас начнется. Катенька, я же попросила быстрее. Сейчас не успеем, у нас дождь. Скорее бежать там с вами под дождем. Они просто шорты натянули в майках. Бегом. О, ребята, не успеем, наверное. Давайте бегом в машину. Спасибо, папа. Все, не успеваем, дождь начинается. А, блин. Дождь, что? Так, побежали. Давайте, бегом. Бегом по дорожке. Давайте. Ага. Да, спасибо еще раз папику нашему. Быстрей. О, раздолье. Да. Лавр, ну не надо трогать-то руками. Господи, грязный пол. Ой, не упади, а мне сейчас слез не хватало.
Пошлите, пошлите. Здесь еще до сих пор строительство идет. Догоняем, догоняем. Так, игрушечный отдел в конце. Но нам надо будет вернуться еще в начало, купить. Вова попросил варенье ему купить к творогу. Я забыла, какое. Он позвоню, спрошу. Пошли, пошли, догоняем. Привет. Катя. Мокрые. Да вон там игрушки. Их же перенесли теперь в другую сторону. Да что? Так, Катя, не, это не знаю. Катя, лол, ищет свои. Катя хочет шарик лол. Таких мы купили. Катя, ты лол прошла, по-моему. А? Я хочу выиграть. Мам, смотри, какая овощи. Ну, давайте без коней. Давайте быстрее выбирать. Пойдемте с нами выберем лучше. Вон какая лошадь стоит. Мам, я хочу. Пошли, ты лол хотела. Пойдем, я покажу, где они. Ничего, вау, передумал? Супер-хиро. Может, тебе роблоксы купить? Нет. Нет? Мам, ладно. Мам, я хотела вот эту. Лялю на унитазе? Мама, ну, бери. Слушай. Кто это? Это тетенька. Можно я высоту? Можно я высоту? Это что за тетя? Держи. Как Лёва. У нас Лёва собирал все эти фигурки. Мама, иди сюда. А? Что, передумала? Что? Мам, ну, вот совсем для маленьких-маленьких малышей. Ребята, есть! Лавруша, не кричи. Мама, is music. Лаврик, все, ты выбрал? Мама, Лавруша, ты выбрал? Мне пришел алерт с погодой, что сейчас начнется вообще какая-то жесткая жесть. Все, берем. Все, пойдемте на кассу. А, варенье папе. Побежали, варенье я выберем. Хочу купить вот эту. Окей, бери. Все, довольны. Лавр купил какое-то страшилище. Это Катя лялю, как всегда. Девочки мама, лялями долго играют. Есть. Кто-то да, есть, да. Все, за вареньем. Это... Раздолье. Кусочек не сделанного пола. Все, в общем, решили еще мороженое взять по пути и варенье. Так, нашли мороженое. Ребята, так гремит, капец. У меня аж так просто слышно. Дождь еще сильно не пошел, еще пока так. Так, мороженое сейчас возьмем. Но гремит уже вообще жесть. У меня такой алерт пришел, типа, что сейчас начнется. Так, давайте возьмем что? Твикс возьмем. Что вам еще взять? И киткат, да? Давайте два твикса возьмем. Вы же мне лично не достается. Я не успеваю. Катюш, Тадика. Кого? Куки Микки Маус. Какой? А, куки. Окей. Такой, да? Это что за мороженое? Ой, ну ты же не ешь в этих стаканчиках. Потом доедают все подряд. Зашибись, китката нету. Ладно, все, я взяла вам два твикса и какие-то эти Микки Маус. Все, пойдемте. Лавруша, пойдемте. Побежали скорее, может, успеем до дождя. И сюда, Лаврик. Так, варенье, вот оно. Сейчас, зайчик, сейчас, подожди. Так, какое-то вот такое. Так, малину нет. Стробери. Подожди, Лавруша, подожди. Так, стробери, черри, что-нибудь такое. Так, успеваем, успеваем, ребята, успеваем. Все, взяли себе мешки? Повесил на плечо. Так, все, со мной за руки. Ой-ой-ой, как гремит, гремит. Скорее, скорее, до машины. Сейчас дом откроешь. В общем, друзья, второй день школы нам обошелся в $73.88. Нет. Нет, не будете. Все, поехали. Ой, все, друзья. Все. Сделано. Все. Домой. Молодцы. Приехали домой. Будем играть в игрушки и кушать мороженое. Ура! Заебись, все, успели. Все, сейчас открою. И покажи Левику. Левка точно заценит. Я. А, где он? Друзья, я тут кашу варю. Хотела вам быстренько показать. Тут открыла, что они делали в школе. Это Лаврик. У Кати вообще пока ничего нет в рюкзаке. Так, вот такая вот разукрасила. Вот эта вот оценка была, сердечко. Сейчас. Постоянно нужно помешивать. Так, дальше. Это что такое у нас? Так, ты готовки к детскому садику. И... если вы один в школе. Смотрите, нужно было здесь brown, правильно. Здесь какой было написано? Black, правильно. Yellow, правильно. Red, orange. Так, от себя тина пошла. Purple свой любимый добавил. Так, green, правильно. Black, ну, подошва black. Тоже от себя тина. Молодец, Лаврик у нас всегда, знаете.
от себятины добавляет. У него всегда свое видение. Так, дальше, сейчас, секундочку, друзья. Просто нужно мешать постоянно. Так, это у нас что такое? Я могу писать вот такие вот буквы. И нарисовано, как пишется буква, то есть стрелочкой. Вниз, в сторону, первое, второе действие. В общем, как писать буквы. Дальше. Это что они должны уметь к концу года? То же самое. А, это маленькие и большие. А, маленькие большие буквы. Так, это что у нас? А, это у Кати тоже был список, когда нужно слова, какие они должны читать слова к концу этого года в киндергартене. Так, это вот такие вот слова. Что, мамаша? Ну, я же матушка. Мама. Так, дальше. Ляля, да. Закутала Лялю в грязную тряпку, которую Милка жрет все время. Так, это Лавруша, да, это Лавруша рисует. Так, дальше, это у нас что такое? Мам, тут стикер. Это оценочка, да, пятерочка, да, значит? Мам, еще тут. Угу. А вот это так, пахает. Дальше, Лавруша, это ты тут рисовал, да, так все красиво? Какой ты молодец, а очень красиво, стикер. Да. Дальше, это что у нас такое? Это у нас алфавит с примерами каких-то, какие-то, да, это примеры. Просто плохо отпечаталось и примеры. Мам, это пайлы. Кто? Это пайлот. Пайлот? Точно, это пилот, а я и не поняла. Точно, у него же кепка какая-то. Ух ты, какой ты молодец. Уже с чипсами, с водой. Так, это у нас что такое? Так. Я, в общем, пишу предложение с большой буквы. Правила, я так понимаю, правила, как писать. Они, сегодня пришло письмо от учителя, что сегодня они учились уже писать. Значит так, первое у нас что? Предложение, и писать нужно с заглавной буквы. Начинается предложение с заглавной буквы. Дальше что такое? Так, оставить как место промежуток между словами. И вот они, получается, между каждым словом оставить промежуток. Вот так вот они обозначили. Это что такое? А, знаки пунктуации. Поставить в конце предложения поставить какой-то знак. Точка, восклицательный или вопросительный. Это что? А, я пишу, как это сказать, аккуратно. Аккуратно по линии. То есть на линии аккуратно нужно писать. А дальше, так, все понятно. Так, все, я готов. Так, дальше. Это что у нас такое? Это что такое? Short, long. А, как буква произносится в коротких каких-то словах, которые они будут читать, как буква произносится, а длинная или короткая? Например, эй, в одном слове произносится короткая, в другом длинная. Apple, cat. То есть где-то длинная, где-то короткая. Short, да, long. Да, вот так получается. Все, apple, cat. Короткая, кейк, длинная. А, вон, что, все поняла. Вот, вот так вот по столбикам. И то же самое с и. Шот, короткая, elephant, нет. И здесь уже длинная. Eagle, leaf. Угу, все понятно, вон как. Так, дальше все понятно. Так, это что у нас такое? Это у нас цифры. Это просто цифры. Это просто цифры, короче. Все, вот то, что они к концу своих ясель должны знать и уметь. Ну, это просто они домой приносят, это оставляется дома, я, как правило, это все выбрасываю. Ну, дня через два, чтобы потеря была незаметна. И у нас, смотрите, потихонечку приходит в день по одной, по две посылки то, что не пришло сразу. Вот у нас клей, вот обязательно он должен быть purple. То есть не баночка, внутри сам клей, как-то фиолетовый клей. Внутри сам клей фиолетовый. Почему-то не белый, а вот именно фиолетовый. Не знаю, с чем связано, друзья. Может, вы знаете, кто здесь живет, почему именно прям большими буквами было написано, чтобы именно был purple. А тетрадки еще две пришли. А пришли еще ножницы, но Лаврик сегодня с ними побежал в школу. Он, ну, мы в рюкзак ему положили, потому что ножницы почему-то мало принесли. И мы, в общем, в рюкзак сегодня уже положили ему ножницы. А так все уже, когда там, после выходных уже все это донесем. Ой, блин, у нас уже 6. А, нет, это, в общем, у нас какой-то сбой произошел, часы что-то сдвинуло их. Они обычно всегда правильно показывают. Может, молния там, я не знаю. Короче, сейчас где-то 5:30 вечера. Минут на 40 они где-то опаздывают. Вы, кстати, нам часто еще пишете в комментариях, вот под последними видео. У нас часы неправильно идут, видите? Они уже 1000 лет неправильно идут. У них села батарейка, и мы все никак не засунем эту батарейку. Я лично туда не полезу. Сказал каждый в моей семье.
Вот, в общем, так и... Ну, хотя... Лёва, Лёва, посмотри, какая игрушка у Лаврика. Посмотри, пожалуйста. Лаврик, покажи Лёве игрушку. Посмотри! Мы коробку уже выбросили. Ой. Это вот все как ты любишь это тоже. Файл. Я не знаю, кто это. Это кто? Лаврик это знает. Там на коробке, короче, нарисовано. Иди, я тебе покажу, я выбросила уже. Ага, не попал. Так, началось. Эй! Я умею стрелять! Я стрелять умею! Я царапаю! Ага. А я буду царапать! Ха. Ха. А я буду царапать! Ха. Эй! Ну все! Так, я уже переделала кучу дел, пока у меня стиралось все в посудомойке. Сейчас буду уже загружать следующие ланчбоксы всем троим. У меня еще гора просто стирки, пока все разложила, пока все разнесла, еще там пылесосила. В общем, сейчас осталось мне уже вечером сегодня разложить ланчбоксы. Кстати, вот эти ланчбоксы мне не понравились. Вот эти вот. Они хорошие, но они хуже, чем вот эти бентка. Вот эти вот. Я заказала еще два бентка детям, но с рисунками. Они появились с рисунками, я с рисунками заказала. А эти вот такие киншо, видимо. Не понравилась застежка. В общем, тяжело иногда закрывается. Вот прям тяжеловато. Вот видите, даже не закрылась, встает. Короче, и дети пришли, у них вот в таком вот виде было закрыто. То есть не до конца закрывается. Вот это очень хорошо закрывается. Вот этот вот, где вот бентка. Бентко Kids. И он закрывается лучше. У него шикарные застежки, и они какие-то надежные, как-то раз-два и готовы. Вот эти вот все через жопу как-то закрывается. Вот видите, вот так вот. И они такие вернулись сегодня. Я из рюкзака именно в таком виде и достала. А вот это вот хороший. Вот это вот Левин получается без рисунка, а детям заказала такие же, только там какие-то еще рисуночки. Но пока они не пришли, на Амазоне заказала, будут ходить с этими. Хотя тоже неплохие, но просто в сравнении они хуже. Так, все, друзья, готовы у меня ланчбоксы в холодильник. И утром каждый забирает свой. У Левика весь круассан не входит. Он говорит, мама, я так обрадовался, когда круассан увидел в ланчбоксе в школе. Я говорю, просто положи с собой в рюкзак. Он положил с собой в рюкзак и там открывает. Он, короче, в столовую не ходит. У нас в столовую можно ходить, там в столовую все продается, конечно. Он не ходит принципиально. Маша тоже принципиально не ходит. И, в общем, Лёва просто обламывается, на самом деле. Так он любит там еду, там фастфуд, там пицца, там вообще все в таком духе. Он любит эту еду, но он пока обламывается. Пока в старшей школе, он пока еще фрешмен, поэтому обламывается, ну что, потом будет ходить. Но пока ему даю вот с собой вот такой вот наборчик. Помидорки, виноградик, ММДМки, круассанчик. Ну, малышей почти как всегда. Видите, опять сейчас я буду закрывать, париться. А дети тем более не могут закрыть. Видите, не закрывается. Короче, вот мне нужно усилие, чтобы закрыть. И вот здесь. Раз, два, все. Но в любом случае они остаются хорошие все равно ланчбоксы. Вот так, запасной или потеряли, или просто вот так чего-то с собой. Куда-то, видите, не закрывается. Сука. А дети тем более не закрывают. Круассанчик в одной упаковке один остался, а остальные я просто заморозила. Тихо, не падать. А остальные я просто заморозила. Прям коробку туда положила и заморозила. Они, в принципе, легко отделяются друг от друга. Достал круассанчик. Остальные в заморозке. И ничего не пропадает. У них, знаете, какая столовая сейчас? У нас вот такая система была в первой школе, когда мы только переехали. В первых школах, во всех трех, было три... О, Господи. Было все три школы. Лёва в элементаре, Маша в middle и Лиза в high. И вот такая вот система была My School Bucks. Вот сейчас в этой школе то же самое. Это магнит на холодильник. Очень удобная система, тоже приложение на телефоне, и ты видишь на телефоне все просто. Вот я вижу, что, допустим, Лёва поел, что он купил, сколько денег потратил. То есть очень удобно. Да тише!
В общем, очень удобные вещи. То же самое касалось и Маши, и Лизы. Лиза, кстати, не ела в столовой, по-моему, насколько я помню. Что-то там сходила пару раз, потом сказала, нет, мам, меня разнесет на этой еде. И, по-моему, она перестала есть. А Маша с Лёвой ели. И очень удобно. В общем, я всегда видела, что мои дети поели, что они купили дополнительно. Допустим, основной обед стоил... что-то 2, то ли 2,75, по-моему, 2,75 основной обед за один раз. И там, в общем, стол можно было брать, много всего, но были еще дополнительные столы, когда дополнительно что-то можешь еще добрать за деньги. И я прям видела, то есть основной съел, что-то еще докупил, либо вообще ничего не поел. У нас у Лёвы есть такая замечательная привычка, он, в принципе, может забыть поесть. В общем, ребята, очень удобная вещь. Но у меня пока в столовую в старшей школе, по крайней мере, никто не ходит. Не знаю, может, Лёва будет, конечно, ходить, пока висит, не знаю зачем. Меня еще до сих пор ждет мой арбуз. Ребята, до сих пор, представляете, лежит, до сих пор я его никак не разрежу, не поем. В общем, завтра уже, сегодня тоже нет. Что-то только беготни, столько всего этого, что-то никак не могу дойти до этого арбуза. Пока были каникулы, ела каждый день. В общем, ладно, все, завтра с утра отправлю всех в школу, и все, и будет у меня релакс с арбузом.